Директор городского центра по благоустройству и озеленению Геннадий Моргунов и заместитель главы города по развитию инфраструктуры Сергей Гигерев рассказали журналистам, какие ноу-хау ждут ульяновцев этим летом. Однако предварять работы будет уборка. Совсем скоро начнутся субботники. Пока же городские коммунальщики выпустили на дороги моечные машины. Все приступили, наши службы, к работе по очистке территории, которая открывается после зимнего периода, много вытаившего мусора. Вот, в связи с этим главой города подписано постановление номер 624 от 29 марта текущего года об организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству. Субботники, починка лавочек, установка топиарных фигур, разбивка клумб, оформление газонов. Постановление ничего не забыли. Центр озеленения, по словам его директора, готов порадовать горожан новинками уличного дизайна. Однако главное внимание пока приковано к городским придорожным газонам. Ну, большая проблема это на сегодняшний день газоны. То есть мы все знаем, что много-много лет, то есть это как бы не то чтобы по нашей вине, да, производился должный уход. То есть на сегодняшний день газон из себя представляет большие кучи намета. Да. Рекультивация земли уже невозможна. Почва слишком пропитана солью и реагентами. Расти на такой земле не сможет даже сорная трава, поэтому чернозем заменят. Кроме того, Пушкаревское кольцо перестанет быть пустым, а на площади Ленина появятся новые красивые и удобные места для отдыха. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.